Мои дорогие, мои любимые, мои единственные, привет, доброе утро. Доброе утро, на море пошла. Купальник надела уже, платье надела. Вот видите, какая чикуля, да? Вот видите, какая красотка. Щик, ну так, это, короче, это купальник. Щик-щик-щик. Так, щик-щик-щик. Платье, это бомбрия. Тарам-парам-парам. Пара. Так, сейчас кипарик. Кипалик. Так. В сумку мы кладем что? Мы кладем очки. Мы кладем крем для загара, чтобы защищаться от загара. Водичку я куплю по дороги. На всякий случай возьму тампон. На всякий случай. Где деньги у меня, сдача? Кстати, я осталась в этом же номере. Не разрешили не переезжать, слава богу. Ну, потому что мне в понедельник переезжать. Сколько можно, блядь, мотаться-то? Не разрешили переезжать. Там они как-то нашли как-то вот возможность, чтобы я не переезжала. Так, мне нужно на водичку. Вообще-то так у меня, смотри, 2,50. Но я же не пойду в Днепрос. 5 лир возьму. 5 лир. Ну, если на всякий случай. А, 2,50. Маленькую можно взять. Ладно, 7,50 возьму. Турецкие денежки. Щик-щик-щик. Карточка. Кондер включил. У меня на 20 сил кондиционер включен. Я все равно уже выхожу. Так, и возьму маску с собой, потому что может быть и не... Так, резинка на руке. Может быть и это не получится. Пойду в резиновых шлепках. Белые жалко. Надо их, кстати, помыть. Под душ заходить постоянно жалко после пляжа. Связь вообще ужасная. Просто отвратительная связь. Интернета, блядь, вообще нет. А, телефон. Так, все, пошла я плавать. Жесть. Зубы-то почистила? Да, зубы почистила. У меня прямой эфир был. Утром кто не смотрел? Я сидела, завтракала. Вот за этим столиком. До свидания. Сорок градусов. Представляете, вот настолько турки вот в этом плане ответственные. Они вот, она одна сидит, с ней рядом никого, она сидит в маске. Не дай бог заболеть, конечно, не. Ой, котик. Котик. Да не этот котик. Вот этот котик. Котик лежит. Пойду воду куплю. Хлебушек. 2 лиры.
Паки упакованные. Как достать-то? Ну что, я на пену, что ли, рвать буду? А, вон на полке. Пять лир хватит. Все, в холодильник. Не, ну нафиг. Так оно спокойнее. Карты. Я так давно не играла в карты. 4 лиры. 40 рублей. Я здесь без воды вообще не двигаюсь. Спасибо. Видите, кондиционер при входе в магазин, кондиционер. Мы вчера с Миланой зашли вечером в Starbucks. И что думаете? У Миланы была с собой маска, а у меня нет. Меня выгнали. Нам даже к витрине не дали подойти. Слушайте, как жарко. Невозможно. Вчера вечером вот такие все торговали, все такие вот прилавочки. Дайте-ка я волосы уберу. Уже взмокли все. Клео не намазалась, ебанашка. Все. Волосина, блядь, моя. Нитка, блядь, поехала. Да, блядь. Смотрите, как я выгляжу. Нормально же? Понятное дело, нормально. Чего я, блядь, у вас спрашиваю? Какой-нибудь херни понапишите опять. Ах, как все красиво. Ах, сиреневые цветочки. Розовые. Ах. Представляете, мой город. Я здесь живу. Я здесь живу. Я такая счастливая. Да, Господи, спасибо большое за эти моменты счастья. За то, что даешь мне все то, что я попрошу. Спасибо, Господи. Спасибо, спасибо, спасибо. Посмотри, какие цветы. Вы гляньте. Они красивущие. Вот просто красивущие. Каждый день. О, это полиция? Полиция?
Ого! Полиция с палками с этими. Тут значок жандармы. В светлом костюме. Ну потому что в черном тут невозможно. Только в светлом. Только. У меня уже мое женское здоровье гораздо лучше. Гораздо лучше. Уже можно идти купаться. Мадьо! На каком языке он сказал? Еду, улыбается такой своими кривыми зубами. Опять волна. Турки еще не уехали. Господи, сколько ждать, когда они уедут? С понедельника вроде бы возвращаются все в нормальный режим. О, волна. Ого. Ого. А, девушка русская. Так. Ставим сюда. Развиваемся. Пошли к морю. Проверила, идут, нет, секунды. Я не буду брать телефон. Я боюсь его замочить. Ну, штормит. Я пойду, вас оставлю на берегу, а сама пойду купаться. А чуть-чуть переверну и покажу вам пляж. Мои дорогие, люблю вас очень. И самый теплый приветик вам из Алании. Да не какая красивая, да? Красивая, счастливая, на море. Уже жопа мокрая. Все, переворачиваю. Пока!